8 июня 2014 года, Харьков. 18:11 по Киеву. Улица Сумская. Из-за вечер Майдана, демонстрации, пикетов Сумская уже превращается в пешеходную улицу. По крайней мере, на выходные. 11 минут назад уже вечер должно было начаться. Припоздал я маленько. Из-за поисков короткой дороги. Да, в общем, не нашел. Кого интересует короткая дорога в Чигири и заросли шиповника, могу подсказать. Ну, в общем, опоздание небольшое. Так. А тут вообще никого, что ли? Это даже удивительно. Хотя бы один флажок всегда торчал. Черно-коричневый. А тут совсем никого. Милиции малость. О, и знатно. Сейчас посмотрим, что там. Мы сегодня утром, по-моему, были тут люди, ну тоже в количестве там до дюжины. Чёртовой дюжины. Так, там флаги вижу. То есть как минимум кто-то пришел. Сегодня троица. Могли и не прийти вовсе. Люди. Ну, в общем, праздничный воскресный вечер в Харькове. Это его дети. Это то же самое, что показал, скажем, Господь Монтеки и Капулетти. Вы знаете, что Ромео и Джульетта мы все читали, но мало кто понимает эту историю с религиозной точки зрения. Господь визуализировал то страдание, которое он испытывал, глядя, когда эти кланы десятилетия уничтожали друг друга. Господь и сейчас страдает, когда мы убиваем... А мне кажется, Господь таким образом хотел показать, что не надо в 14 лет влюбляться, заниматься всякими непристойностями детям. Джульетта, 14 лет. По информационным технологиям искусственного интеллекта, хочу сказать, основная причина – это непонимание.